Здравствуйте, дамы и господа. С вами Каза из Казакарта. И у меня есть борода. Ладно, это не смешно. Сегодня я буду рассказывать вам, чего не стоит делать в Малайзии, также чего надо остерегаться. И первое, это трансы. Реально трансы, трансвеститы, транссексуалы. Бойтесь их. Потому что они везде, и они грамотно маскируются. Часто бывают такие ситуации, когда ты идешь по Букит-Бинтангу, и все рады, и ты тоже радостный, потому что что? Потому что ты для них мешок с деньгами, и все с разных сторон такие. Но ты не соглашаешься с ними, потому что что? Да. И ты, короче, идешь, хочешь сам познакомиться с какой-то мисс, там, с какой-то девушкой, или просто спросить что-то, и такой, excuse me, miss. И в этот момент моя мужская психика охуевает. В натуре. Она просто охуевает. Тем, кто не знает, кто такие трансы, первое, трансвеститы, и второе, транссексуалы. Трансвеститы, кто это? Это агашки, которые переодеваются в татешек и апашек. Во. А транссексуалы – это агашки, которые уже татешки и апашки. Полностью. Ну, вы меня поняли, да? Там, кат. И еще. Их тут очень много, потому что соседние государства, Таиланд, там делают операции такие. И поэтому, короче, также в Таиланде тоже остерегайтесь их. Они капец как похожи на в натуре девушек. И бойтесь, пацаны. Это пиздец по вашей психике ударит, если вы нечаянно. Ладно, never mind. Итак, чего не стоит делать в таких ситуациях? Обычно у нас в Казахстане вот так. Там, братишка, откуда будешь? Чё такой широкий, что ли? Ау, короче. А местный народ тут не такой. Тут если заденешь кого-то, то заканчивается вот так. Оу, сори. Оу, it's okay. Всё, нет такого. Ау, чё, какой, чё за на, Если приехали учиться или чтобы отдыхать, то учитесь и отдыхайте. Железная логика. Зачем негатив? Будьте добры, будьте позитивны. И весь мир откроет вам свою душу. И как цветок сакуры распахнет свои объятия, которые только рождаются бликами солнца. И бля. Железная логика. Это был третий видеоблог, и в четвертом видеоблоге я научу вас разговаривать не только на английском, также на малайзийском. Расскажу вам, какие предложения и какие слова нужны, чтобы сбить цену в Чайнатауне. И еще много полезного. Бай-бай! Бай-бай! Казахарда ет, Казахарда нет, Казахарда где, Казахарда чей. Е-е, мутим что-то everyday. И, кстати, я хотел сказать, что он